Все дойдем до клабика. Вот так вот. Потанцуем крабика. Потанцуем крабика. Всем привет, меня зовут Василиса, и сегодня я снимаю для вас очень популярный формат 24 часа. Сейчас огромное количество видосов на ютубе, 24 часа бомж, 24 часа с ногтями, 24 часа еще что-то. Я подумала, что же такого я могу делать 24 часа, и поняла, что, конечно же, слоумо. Так что у нас сегодня 24 часа в слоумо. Идея, собственно, в том, что меня не снимать будут в слоумо, а я сама буду в слоумо. Помните, как этот ленивец из Зверополиса, который вот так вот очень медленно двигался? Сегодня это буду я весь день. Конечно же, я буду иногда выходить из образа и ржать вообще над всем, что происходит, потому что мне уже заранее стыдно перед людьми, которые будут меня видеть и с которыми я буду общаться, но я буду максимально стараться не выходить из образа, и посмотрим, что из этого выйдет. Перед тем, как начнем, не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, потому что мне будет очень приятно, а также на Инстаграм, потому что там куча всего интересного. Ник здесь, ссылочка в описании. Погнали! Так. А я сегодня в слоумо, да? Почему это так смешно? Блин, и так целый день. Я себя чувствую сейчас как этот из Зверополиса. Господи, как звали этого ленивца, который был очень медленный. Напишите в комментариях, пожалуйста. Так, ладно, сейчас пойдем на зарядку. Она тоже будет, естественно, в слоумо. Это дико неудобно, ребят. Вы себе просто не представляете. Попробуйте как-нибудь, но это прям жесть. Нормально. Приступаю к своей ежеутренней зарядке. Мне и так-то ее делать очень тяжело. А сейчас еще в замедленном действии. Вот, например, у меня первые отжимания. Сделаю один, мне кажется, максимум. Ну, может быть, два. Блин, за что? У меня жопа горит. Правая. Теперь обе жопы горят. Все, больше не могу. О, все, пошли бег. На спорте. Сейчас ощущение такое, как рвану, как пробегу 5 километров. Run, motherfucker, run, motherfucker, run. Run, motherfucker, run, motherfucker, it does. Это так полезно. Пробежки по утрам. Я сейчас могу сделать вид, что я устала, но на самом деле нет. Это вообще бессмысленная фигня бегать медленно. Итак, господа, я вернулась домой, переоделась, все в слоумо, отвечаю. Просто наше видео не может длиться все 24 часа, поэтому что-то я не показываю. И теперь наступает самая позорная часть нашего видео, это когда мне придется контактировать с другими людьми. То есть сейчас в слоумо, я поеду на машине, во-первых, то есть там, где все будут нестись 100 км в час, мне придется ехать, я не знаю, 20. Потом я приезжаю в торговый центр, где мне нужно купить пару вещей, и то есть все это будут видеть. Я не знаю пока, как я вообще буду это делать и как не провалюсь там под землю. На челлендж есть челлендж, так что погнали. Я
such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Your boyfriend is a dork. Make love it. Так, в общем, идем в парфюмерный, потому что мне нужен гель для душа. И это будет, блин, самый пазорный момент этого видео. Девочка, уф, уф, она любит кровь. Карта есть у вас, Кирилл? Нет. 399. Моли в кока-коле. Моли. 360 на теле. Спасибо. Офигеть, заказал? Да. Можно мне салат с маслом, бургер, морс и воды без газа. Морс какой? Какой? Клюквенный. Спасибо. Да. Господи, это одна вообще из самых нелепых вещей, которые мне доводилось сделать. Это ужасно. Неудобно, неловко и стыдно. Кошмар. Самое трудное тут не жевать быстрее, просто я на самом деле очень голодная, но мне приходится пережевывать это по 100 раз, как будто я улитка или гусеница, или не знаю, почему я решила, что они пережевывают по 100 раз, но в общем это сложно. Ну, наконец-то этот день подходит к концу, мы можем двигать домой со скоростью улитки, путь займет примерно час, обожаю. На этом все. Я очень надеюсь, что видос вам понравился, потому что это были, наверное, самые сложные для меня съемки и самые неловкие. Поэтому я очень жду от вас лайкосика и приятных комментариев, потому что они греют мне душу, так же, как и подписчика на канал. Ну а мы увидимся с вами в следующих крутых видосах. Пока.